Здравствуйте, товарищи! Ну вот мы с вами продолжаем изучать очень сложный материал. Очень сложный. Я не знаю, как вам кажется, насколько он прост. Некоторые даже звонят и говорят, я заболел. Причем, возможно, это болезнь настоящая, возможно, человек читал и заболел. Почему? Потому что и Гегель тот, вот, похоже, что ему было тяжело. Мы уже в прошлый раз на это обратили внимание, что он начинает вроде субъективность, и там мы нашли у него понятие и материи, и о том, что значит чувственное понимание и прочее, что оно дано нам в ощущениях, такие вещи. Что он начинает вот этот просто вдруг такой раздел о понятии вообще, в котором он пытается объяснить, что же будет тут происходить, потому что он чувствует, что здесь что-то не в порядке. А что получается не в порядке? Раздел «Субъективность», книга «Субъективность». А как вдруг появилась субъективность, если до этого было учение о сущности? Как о сущности, которая относится к объективной логике, ну и к объективному миру, как такой скачок сразу вдруг к субъективности? Кто это? Ну, с точки зрения гегельского идеализма абсолютно, это все понятно. Если есть абсолютная идея и материя ее воплощения, то она и без материи может существовать. Это абсолютная идея и проявлять себя как субъективность, потом как объективность, как угодно. И тогда вот то, что мы с вами рассматривали, когда рассматривали объективность, то есть человека и там механизм, химизм, жизнь, человек, это тогда тоже носит такой характер идеалистический, правильно? Раз это тогда, так сказать, выражение идеи. Но мы решили изучать вот эту, уже в этой книге изучать, ну, материалистически. Там не было у нас противоречий с Гегелем, потому что если это бытие, так оно и бытие, и в марксизме, и в идеализме. Если это сущность, так она и сущность, снятая бытие. Да? А вот когда мы сюда пришли, то тут, если это идеалист человек, значит, что он должен делать? Он должен как-то начинать с субъективности. Но он, как человек, ну, просвещенный, Гегель, и знающий, он понимает, что субъективность без объективности никак не пойдет. То есть не только иметь в виду, что это объективность понимается в смысле правильного отражения субъектом действительности. Тогда нужно брать эту самую действительность, а он не материалист. Поэтому у него так получается, что он начинает, собственно, опять с идеи, вроде второй раз. И наоборот, когда он начинает учение о бытии, то он начинает вроде как не с идеи, а прямо с бытия. И там ничего такого идеалистического мы не найдем, если мы будем рассматривать учение о бытии, учение о сущности. Кроме примечаний. В примечаниях он может писать что угодно по этому поводу. Это они не входят, можно сказать, в развитие идеи. Вот. А тут мы с вами прошли уже, и это уже у нас позади, мы прошли, собственно говоря, объективность. И мы поступили так, что если мы рассматривали сущность, так, то теперь у нас бытие уже берется не как только лишь бытие без сущности. И не как сущность без бытия, а как бытие с сущностью. И если сущность – это первое отрицание, то отрицание сущности – это возвращение к чему? К идее или к бытию? Бытию. Бытию. Раз это возвращение к бытию, то здесь должно стоять сначала объективность, то есть объективный мир. Ну, Гегель все-таки же он идеалист, он не может об этом забыть. Это во-первых. Во-вторых, к тому времени ни Фейербах еще не выступал, тем более Энгельс ничего не написал. Поэтому каких-то там, скажем, оснований у нас преследовать Гегеля за то, что он не материалист, тоже нет. Правильно? Так вот развивалась наука, философия. То некоторые, такие как Гераклит, продвигали диалектику. Вот, а такие, допустим, как первые греческие материалисты, они были именно материалистами, правильно? Вот, поэтому можно сказать, что в развитии философии каждая ветвь что-то внесла.
что-то внесла. И Гегель вообще говорил, что критику надо рассматривать так, что какую она сторону внесла в общее развитие науки. Вот в общее развитие науки идеалисты внесли. И Гегель свой вклад внес. Поэтому мы не останавливаемся на том, что он вот идеалист, мы это и так знаем. А мы начинаем изучать и изучаем вот эту книжку материалистически. А материалистически мы с вами пошли прямо по разделу объективности у Гегеля и никаких не встретили противодействий таких текстовых или содержательных. Но другое дело, что мы там добавили к тому, что написано у Гегеля, что жизнь не кончается на жизни вообще, а жизнь тоже многообразна. И вот вершиной жизни является жизнь человеческая. А человеческая жизнь уже, как показали те исследования, которые не проводил Гегель, и при Гегеле не проводили, человеческая жизнь связана с деятельностью людей. И я не думаю, что у кого-то можно найти такое определение человека, которое дал Энгельс. Энгельс, какое дал определение человека? Человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее, думающее. Ага, то есть думающее, но ничего не делающее. Трудящийся, я сказал трудящийся. Да. Трудящийся, трудится. Просто думает. О чем думает? А думает о Боге. Ну, мыслящий. Ну, я спросил. Разумное, да. Значит, я что хочу сказать, что вот почему некоторые люди считаются гениальными? Не потому, что они, только они это знают, но они выразили такие мысли, которые у других бродят в головах. Знаете, как бродит, и что получается? Брага. А не какое-нибудь там вино чистое, янтарное. Поэтому и здесь. То есть возьмешь другое слово и получишь не то. Ну, думающие, все думающие люди. Есть недумающие люди? Нет таких людей. О чем они думают? О чем вы думаете? Трудно даже ответить на этот вопрос. Смотря когда, смотря где. Вот, разумное. Человек общественное, трудящийся, говорящее и разумное. И, следовательно, ну вот с точки зрения этого определения, ну, мы построили изучение вот этого тома. То есть мы из этого тома берем такие разделы, которые соответствуют объективности сначала. Мы это прошли и не встретили там никаких таких проблем, связанных с пониманием. Наоборот, то есть это у Гегеля, можно сказать, было шагом вперед, а по сравнению с Энгельсом, наоборот, надо его дополнять. И вот мы дошли до того, что человек постигает, вот разумный человек. А разумный – это тот, это мы у Гегеля можем вычислить. Что такое разумный человек? Который может выразить в понятиях. А что выразить-то? Чушь какую-нибудь? Нет. А что он может выразить? Знаниями и осознанием. Вот выразить у вас сказать. Вот, а у Гегеля не выразить. Выразить в понятиях что угодно можно. Любую глупость. Ну, 2×2 – 7. Я выразил в понятиях? В понятиях? Отклонились от знаний. Только вы, это вы отклонились от своего определения. Вы сказали выразить в понятиях. Я выразил 2×2 – 7. В понятиях. И что вы, что? Я пользуюсь вашим определением. А вы даете такие... Науку, значит, и знания. Борис Николаевич, объясняю вам, что определение – это не орнамент. Дескать, я еще и определение приведу, чтобы было научно выглядело. А фундамент. Если вы, так сказать, взяли неточное слово, то вы на этом фундаменте не построите. Гегель говорил, и мы это повторяли здесь многократно за все время существования этого кружка, что это постижение в понятиях. Постижение в понятиях, а не просто я сижу и думаю. Думаю, я или не я? Ну, что я тут постигаю? Ничего я тут не постигаю. Поэтому постижение в понятиях – вот это разум. Но это постижение в понятиях, оно неразрывно связано и с трудом, и с общественной деятельностью, потому что вот сама речь-то связана с общественной деятельностью. В этом суть материалистической теории человека. Что человек не берется как один, он берется как общественный человек, то есть общество надо брать в его развитии. А это общество развивается благодаря тому, что оно создает основу своего существования, а не срывает деревьев только, как первобытные люди.
были. И еще не вполне были люди. Вот. Поскольку он создает все время основу своего существования. И в основе человеческого развития лежит производство, воспроизводство непосредственной жизни. Так и написано у Энгельса в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Вот мы это дело все проходили и дошли до... Теперь вот тот человек, который берется как общественный человек, и который берется вот в этом своем определении, что это животное... Вот, кстати, то, что вы там запнулись, это не имеет никакого значения, а то, что вы потом подумали и дали правильное определение, очень важно. Потому что, ну, запнуться любой может, но важно прийти к правильному. То есть, что человек есть животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. И вот если он разумный, то это разум состоит в постижениях, в понятиях. А раз в постижениях, в понятиях, только теперь мы можем сказать, что правильно называется эта книга «Учение, так сказать, субъективная логика». Тут тоже с понятия здесь тут не торчат. А вот они уже там замаскированы у него, «Учение о понятиях». Оно уже, видите, субъективная логика там второе, а книга «Учение о понятиях». То есть о постижении в понятиях. Ну, так постижение в понятиях начинается после объективного. Мы этим и занимаемся. И вот, наконец, мы занимаемся, собственно, понятием. И вот, поскольку речь пошла о понятии, то Гегель, и я думаю, что вот это предмет нашего занятия сегодняшнего, Гегель говорит специально, чтобы мы не делали таких ошибок грубых, чтобы мы рассматривали отдельные категории, то есть всеобщие, особенно единично, как какие-то отдельные, какие-то части или куски, или элементы чего-то. Нету тут такого соотношения между всеобщим, особенным и единичным, чтобы это были какие-то разные предметы. А это что? А что есть? Момент. А это момент одного и того же, это одно и то же. То есть, что такое всеобщее, особенно единичное? Мы берем понятие. Берем понятие. Понятие мы берем вот так, как мы его понимали, постижение в понятиях. То есть, вот это. Берем понятие, и любое понятие может быть взято. А, как всеобщее. Это что значит, как всеобщее? Чтобы... То, что относилось в свое время к сущности, вот сюда и применено. Если сущность сохраняется, значит, вот это всеобщее. Ну вот сущность яблока в чем? В том, что, наверное, что оно это так, что это такое растение, да? Плод растения. Да, плод такого растения, которое обеспечивает... необходимые для человека плоды. Но это, так сказать, если мы только... Да, но это самое яблоко существует наряду с другими. И вот если мы берем другие предметы питания или другие растения, это разные. Но это не будет соотношение общего и всеобщего и особенного. Потому что если мы хотим выяснить, какое яблоко мы рассматриваем, или яблоко с какой яблони, ну какое яблоко, сорт, значит, мы делаем отрицание, отрицаем эту всеобщность, что сказать, вот яблоки и все, и весь разговор, нет, не вообще яблоки, не вообще, яблоки вообще это всеобщее яблоко, как всеобщее, это яблоки, а если мы сказали, там, золотой ранет, то это что? Особенное. Особенное. Ну вот мы сказали золотой ранет, у кого у вас есть сейчас золотой ранет? Нет. Нету. А в голове у вас есть понятие? И яблоко, и золотой ранет. А укусить нечего. А если оно вдруг окажется у вас в руках, то есть вы будете. А. Но раз это уже у вас конкретное яблоко, это отрицание того, что это вообще золотой ранет, а какое-то конкретное яблоко сорта золотой ранет или вида. Поэтому. Поэтому вот Гегель связывается вот с рассмотрением этих категорий такие понятия, как род, вид и вот элемент конкретный, единичный. То есть всеобщее, особенное, единичное. И это не три каких-то
предмета, и не три отдельных понятия. Они не существуют как отдельные понятия. А само понятие выступает в трех ипостасях, в трех моментах. Понятие само. То есть мы оперируем понятиями, и всякое понятие, которое мы оперируем, оно может быть взято вот именно в таких трех моментах, в трех ипостасях. Это вот. Если этого не усвоить, тогда мы возвращаемся снова в сферу бытия, где было нечто, иное, граница между ними, или там бесконечное, много конечных, и таких много элементов. А это не важно, сколько там бы ни было сторон у этого яблока, и сколько бы ни было сортов этих яблок. Но если вы взяли всеобщие яблоки, так, это род. Род. А плоды такого рода, если вы из плодов такого рода выбрали определенный сорт, это вид. А если вы взяли один элемент, это индивид. Вот. А если вы этот индивид держите в руках, раз второе отрицание. Второе отрицание, вы снова пришли к всеобщему. Почему? Потому что особенно это первое отрицание, а конкретный индивид или конкретный уже яблоко – это второе отрицание, то есть отрицание. И вы опять пришли к чему? К конкретному, то есть к всеобщему, но как конкретно всеобщему. То есть если я ем яблоко, то я ем А. Конечно, данное конкретное яблоко, но при этом я ем яблоко сорта «Золотой ранет». Ну и я могу просто сказать, я ем яблоко, двигаясь назад. Вот для особо просвещенных, которые будут требовать, что вы едите. Вот, могу так сказать, могу так сказать, могу так сказать. То есть я делаю только одно и то же действие, а могу выразиться в трех видах. И это все будет правильно. Потому что они не существуют отдельно. Всеобщее не бывает без единичного и без особенного. Не бывает. Не бывает единичное, которое было бы без особенного из всеобщего. Ни один из этих моментов не бывает сам по себе. Ну, хотите, вот на вас. Так. Значит, значит, есть человек. Это все согласны, что мы имеем дело с человеком? Ну, не знаю. Ну, вот вы, если не знаете, уже проректор, имеем ли мы дело с человеком, это серьезно. Надо разобраться, потому что вы помните. Ну, вот заговорил, значит. Человек. Человек. Попался. Да, человек. Ну, раз, значит, он не человек вообще, потому что если кто-то будет считать, что он человек вообще, то это многим не понравится. И самому этому человеку, вот, жене этого человека не понравится, или вот родственникам, знакомым. Что значит вообще? Не вообще он. Он, во-первых, он мужчина. Мужчина. Потому что все люди делятся на половины. Или это, как всегда, любят сокращать люди, не половина, а пол, говорят. Ну, как говорят, пол яблока, пол человечества, пол человека. То есть вы без жены пол человека, это понятное дело. Она, если вы будете с этим спорить, то чревато. Ну, а какой мужчина конкретный? Вот тогда Валерий Александрович записывает. Такой-то, такой-то и такой. Да. Вот тогда всеобщее, особенное и единичное. Все представлено. То есть, если вот так на это смотреть, если мы смотрим на это с вершины нашего изучения, не возвращаться назад туда, где были отдельные предметы, вещи отдельные, в учении о сущности были вещи, в учении о бытии нечто иное, два, а потом много этих всяких, нечто взято со своей имманентной границей, это что? А? Конечно. Не количество, а конечное. Конечное. А когда конечное все продолжается, продолжается, это как называется? Бесконечно. Дурная бесконечность это называется. А бесконечность это такая, в которой конечность лишь ее момент. Вот вы принадлежите как? Вот вы просто конечный человек. Но конечно, потом говорят, конченый человек, начинает вот, начинает вроде за здравие. Или вы, а если вы хотите представить себя так прочно, чтобы вы никуда вас нельзя было тут спихнуть, запихнуть, то вы представитель бесконечного человечества, правильно? То есть вы представитель человечества как бесконечного. И человечество иначе, как вот в этих самых
конечных людях, которые являются моментами этого бесконечного, не существует. Все, что создано человечеством, создано какими-то конкретными людьми. Поэтому вложить свой вклад в копилку человечества очень просто. Сделайте что-нибудь хорошее, и это останется, и все. И так образуется связь с человеческой историей. Причем даже люди, которые не относятся ни к поэтам, ни к писателям, ни к ученым, а простые рабочие, они кладут все кирпичи, и вот так образуется связь с человеческой историей. Только потом не напишут. Вот говорят, что Исаакиевский собор построил Монферран. Я верю, что построил Монферран, но мне кажется, что вот в одиночку вот эти ставить вот эти колонны тяжеловато было. Вот. То же самое про Смольный собор. Его построил Растрелли. Ну вот. А больше никто там не участвовал, вот это возводили когда. Ну, как-то получается так. Иногда вот, например, есть, если идти по проспекту Огородникова, теперь это Рижский проспект, и там в направлении порта, там переходишь через реку, мост. И этот мост построен, и дальше перечислены инженеры. Ну, как известно, инженеры в руки лопаты и кирпичи не берут. И без этих инженеров точно нельзя было мост такой построить. Нельзя. Без них нельзя. Но то, что инженеры построили, это вот сомнительно. Может быть, так, нагнали инженеров, сказали, будете тут работать и каменщиками. И... Столько инженеров нет. Да. Да. Вот. Вот у нас есть мост новый, как называется? Бетанкура. Да. Испанец на придворе был нашим царском, который строил всякие разные такие мощные сооружения, мосты, виадуки и так далее, и имеет великие заслуги перед российским государством. Вот решили новый мост построить и назвали Бетанкура. Ну, потому что такой. Ну, вот этот даже мост, который Бетанкура, во-первых, не Бетанкур строил, а назвали Бетанкура. Ну, назвать-то можно, но там участвовали люди. Ну, как-то вот это вот не принято писать. Кто вот участвовал, кто это строил дом, тоже интересно было. Сказать, ну, что это будет писать, это все стены будут исписаны. Что это некрасиво будет. Вот в Исаакиевский заходишь, там на каждой... Помните, как когда Рейхстаг брали, там надписи были. А тут будет, кто строил. Везде напишут. Давайте, распишитесь все, кто строил. Много будет таких вещей. Но картина будет несколько другая. В смысле понимания роли разных общественных групп в этом развитии. Значит, возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили, что вот всеобщее, особенно единичное, это не три разных предмета. Всеобщее это есть род, особенное это вид, а единичное это уже, ну, оно и есть единичное, элемент. Вот только в таком соотношении надо их рассматривать. И если речь идет о видах, то видов их несколько, и конечное число они перечисляют. Как вот все виды яблок. Сколько вы там перечислите сортов, и все. Но сейчас вот нашли универсальные всеобщие названия в магазинах. Пишут красное, яблоко красное. На такие. Да, другие говорят, яблоко желтое второе. Так и хочется написать яблоко-дворняшка. Яблоко сезонное. А, сезонное еще, да, сезонное, вот. А это не сезонное. Это не сезонное. В этом сезоне вот такие яблоки, а в том сезоне будут другие яблоки и так далее. Ну вот с этой точки зрения такого... Это же особенность. Это же не особенность же яблоко, это же сезонность. Не особенная, потому что сезон не указан. Какой же он особенный? Все яблоки сезонные, все. Но сезон может делиться, в какой сезон их потреблять. Я понял. Я вот зимний банан, например. Видели, чтобы бананы зимой росли? Не видели, а называется зимний банан. Такой красивый яблок. Желтый в магазинах нет, только потому, что оно сортовое яблоко. А вот, скажем, на втором Муринском есть ларек в Ардели, там продают эти зимние бананы такие желтые, с красным боком.
и очень хорошо сейчас пахнут. Почему пахнут? Потому что сделаны из яблок. Вот, а не только из удобрений. Так. Ну вот эта вещь в таком виде, как мы сейчас ее рассматриваем, она не представляется какой-то необыкновенно сложной. Просто Гегель и так об этом пишет, и после так он... После того, как вы объяснили, уже... Нет, это после того, как Гегель объяснил. Ну, как Гегель, да. А я уже прочитал. А вы растолковали. Ну, вот для этого у нас и кружок растолковать. Вот, об этом он и пишет. Абсолютное тождество с собой таким образом, что это тождество таково лишь как отрицание отрицания или как бесконечное единство отрицательности с самой собой, это чистое соотношение понятия с собой, являющееся этим соотношением, вследствие того, что оно полагает себя через отрицательность, есть всеобщность понятия. Ну вот непонятно вроде сказано, через отрицательность. Ну так а что такое всеобщее? Ну, как вот яблоко, так и вы отрицаете и любой сорт яблока, и любое конкретное другое яблоко этого же сорта. У вас двойное отрицание здесь. Вы и яблоки разных родов, то есть разных видов отрицаете и это. Поэтому Гегель просто собирает и пишет, да раз это двойное отрицание, значит всеобщая отрицательность. Как же это отрицательность? Яблоки – хорошая вещь. Да хорошая, но это всеобщая отрицательность. То есть отрицательность не понимается как вредная, скажем. Вы тоже как всеобщая отрицательность сегодня были представлены. Как, не только как представитель человечества, но с отрицанием первым и со вторым. А раз два отрицания, значит у вас всеобщая отрицательность. Так же человек положительный. Да, но как отрицание отрицания. Как снятие своего отрицания. Но вы же боретесь с недостатками? Недостатки – это ваше выражение или ваше отрицание? Отрицание. Но вы боретесь с отрицанием, значит, вы отрицаете свои недостатки? Отрицаю. Значит, вы и есть отрицание отрицания. Я правильно понял? Уже. Что? Отрицание. И что это вы задумались? Отрицание, отрицание. Но вы свои отрицательные черты отрицаете или нет? Отрицаю. Но вы боретесь с недостатками или развиваете их? Если вы положительно, если вы положительно к ним относитесь, то это разрушение личности. Сейчас уйдете из кружка, и тут сразу тут шалман тут где-то недалеко. Ну вот, то есть понятно, что в обыденной жизни мы так не часто пользуемся. Отрицательность понимается иногда как что-то плохое. Ничего плохого нет. Всякое развитие состоит в отрицании того, знания, которые у вас есть. То есть отрицание, вы добиваетесь большего знания. И большее знание – это же не только то знание, которое вы знали, а больше. Поэтому это углубление, движение вперед, есть отрицание вот только того состояния. Если вы застряли на чем-нибудь, если застряли на этом положительное, равное самому себе, все? Кто равен самому себе? Да, покойник. Нет, ну труп уже так вот слишком сурово, а вот покойник, он спокойный просто, спокойный, покойник, все, равен самому себе и все. Но мы знаем, что он не равен самому себе. Да, если вы хотите, чтобы он был дольше равен, надо ходить. Надо подоплатить. Вы сразу да. Это... Ага, вы думаете. Это не я, это пойдите, посмотрите. А сейчас еще пока можно. Вас прямо спросят, вы хотите, чтобы как он так выглядел или так благообразно? Вот вам подскажут, сколько надо заплатить. А можете не платить, вы свободный человек. И вот такие вещи здесь Гегель говорит, поэтому если это не вот имейте в виду то, что мы говорили, которые кажутся совершенно странными. Всеобщее, есть такое простое, которое вместе с тем есть самое богатое внутри себя самого, ибо оно есть понятие. С одной стороны, оно простое, но оно уже проще, чем какое-то яблоко, проще, чем какой-то вид яблока, это очевидно. А какой-то вид яблока проще, чем какое-то конкретное яблоко. Вам конкретно яблоко вообще даже не принесут, если только вид яблока вы будете назовете. Вот вид, вы о нем разговаривать только можете. А вот когда у вас есть яблоко, тогда у вас есть и всеобщее яблоко, и единичное,
Ну и отрицание есть, конечно, этого единичного, всеобщее. И единичное, как отрицание всеобщего. Все у вас там есть. То есть вот он говорит, что это вот самое богатое внутри себя самого. Оно есть понятие. Поэтому оно есть, во-первых, простое соотношение с собой самим. Это вот 27-я страница. Оно только внутри себя. Но это тождество есть, во-вторых. Почему внутри себя? Потому что оно никуда не переходит. Если бы оно переходило, это было бы или становление, или переход за свою границу. Ни за какую границу оно... Переходящее за свою границу, оно не выходит за самого себя. Оно остается у самого себя. Вот вы переходите за свою границу? Стараюсь. Только старайтесь, но ничего не получается? Нет, иногда получается. Получается? Иногда или все время? Ну, не все время. Ну, вы все время стараетесь усилия, выйти за свою границу? Когда прикладываю усилия, получается... Ну, вот товарищ нас убедил, что он не является ограниченным человеком. А другой говорит, я это вот не могу, потому что это... Не могу. Не могу. Ну, раз не могу, то есть есть граница, и их не придешь. Значит, человек ограниченный. То есть он не развивается. Но если он не развивается, чем мы можем ему помочь? Ничем. Вот у нас запрет есть на то, чтобы... Предельный. Запрет на... Скажите, есть... Предельно. А это слово через если писать, предельно можно. Вы сейчас предельно находитесь. Нет, предел же это граница, до которой можно перейти. То есть я перехожу все время за свою границу. То есть я предельный человек. Вы беспредельный человек. Вы не ограничены в возможностях человека. Беспредельно. Зачем вам предельный? Не ограничены, прямо по содержанию. Вот. Вот, скажем, у нас посещение сюда, да, для Красного университета, для слушателей, пожалуйста. Только после первого курса. А? Только после первого курса. Да. Но у нас уже много курсов. Заканчивают по 80 человек. У нас уже много курсов прошло. Ну, пожалуйста, да, приходите. Это 9-й. Вот, это раз там. Для членов РПР то же самое, пожалуйста, приходите. Ну, не ломятся, да. Мне говорит, некогда я занимаюсь чем-то важным. Что может быть более важное, чем развитие человека? Человек, вот если он более развит, он больше поможет тому делу, которому он служит. Вот этот вопрос. Я, кстати, не знал. Знание, вот правильным является положение, что знание – это сила. Но сила, конечно, не в физическом смысле, а сила в том смысле, что человек знающий, а не блуждающий в потемках постоянно. Конечно, он... Ну вот мы сидим и разбираем гениальные произведения, а могли бы разбирать какую-нибудь ерунду. Разве мало всяких книжек, в которых чепуха написана? А здесь мы вот разбираем и видим, что да, действительно по-другому не скажешь. Вот смотрите, как интересно написано. Отрицание – отрицание. Или как бесконечное единство отрицательности с самой собой. А почему бесконечное единство отрицательности? То вы всякое отрицание себя отрицаете. Постоянно отрицаете. Если вы перестанете отрицать свое отрицание, вы пропадете. Только отрицая свое отрицание, можно себя и сохранить. Правильно? Ну так это бесконечное единство отрицательного с самим собой. То есть постоянно идет борьба. То есть постоянно идет какая-то борьба. Да. Ужас. Нет, ну, я иронизирую. Дело в том, что не надо бороться. Вся жизнь борьба, покой нам только спит. Не надо бороться, потому что бороться будете все равно. А? Ну, с вами будут бороться. Вот, тогда вас. Вариант-то какой? Вы все равно будете бороться. Нет, я понимаю, что... Вы с болезнью будете бороться или будете умирать? Конечно. Ну, решайте. А с болезнью общества не будете бороться? Ну, просто... Слово «борьба» подразумевается, не надо уже, наборолись уже, все. Пугает слово «борьба». Ну, правильно, иначе у нас тут было бы тут трудно, у нас сейчас вот свободно, хорошо. Все, кто боится, приходят. У нас как-то было, начали вот первый курс Красного университета, они знали, куда деваться. Ну, два года назад. Там нет, страшное дело. И я лекцию читал, и сзади меня стоят, и слева, и справа, и со всех сторон, и в коридоре. Ну, до коридора я уже, по-моему, там при всех наших этих, при всей аппаратуре не докричаться.
меня и что-то слушали, я ходил. Так. Тут даже целый вот обзор делает Гегель на странице 27. Бытие в своем переходе в сущность стало видимостью или положенностью, остановление или переход в другое, некоторым полаганием. И обратно, полагание или рефлексия сущности сняла себя и восстановила себя в виде чего-то неположенного, в виде первоначального бытия. То есть вот это движение, отрицание-отрицание, вас возвращает, как бы, вы не уходите через свою границу к иному, а вы сохраняете себя через отрицание своего отрицания. Борис Николаевич, вот вы можете так сказать, я сохраняю себя через отрицание своего отрицания. Ни разу от вас не слышал таких утверждений. Вот скажите, пожалуйста. Ну, конечно, сохраняю, потому что я отрицаю свое отрицание. Как жалко людей, которые не отрицают свое отрицание. Так, ну вот если это вот разобрать, вот это соотношение понятий, долго на этом останавливается, и подробно Гегель, вот иногда говорят, ну как он так пишет, как непонятно. Ну как вот, он же уже писал про переход одного в другое, это было учение о бытии, когда есть нечто, есть иное. Он же все на эту тему написал, он к этому больше не возвращается, уже, а там уже теперь у нас иное и иного. А иного и иного есть иное. И уже там появляется определение и характер. И появляется конечное. А раз конечное, есть граница. Нечто взято со своей имманентной границей, есть конечное. А раз конечное, то вот что собой представляет граница? Граница что такое? Определенность, по-моему. Ну, понятно, все определенность. Даже вот часы мои определенности, микрофон определенность, книжка определенность. Такой ответ у вас на уровне всеобщего, да, вы вошли в роль. Граница, определенность. Подозрение. А вы читали первый том? Граница, определенность, разделяющая и соединяющая, но нечто. О, учитесь. Сиди, молчит, молчит, потом раз. Раз и все. Только это называется срезало. Вы из каких органов? А мы, говорит, смотрящие, следящие. Присматриваем. В том-то и дело, что здесь нет границы, проехали уже, нет границы, поэтому бесконечное, здесь бесконечное, безграничное. Вот это всеобщее, оно безграничное. Вот человечество, оно в этом смысле. Оно и безгранично тоже. Сколько оно может существовать? Бесконечно и вечно. Почему? А потому что оно самовоспроизводится. А как оно самовоспроизводится? Не только, что оно размножается, как все живые существа, оно еще и производит средства для своего существования. Воспроизводит. Картошку пожариваете? Это что такое? Это вы обеспечиваете средства своего дальнейшего существования и развития. Но чтобы ее поджарить, надо, чтобы кто-то ее, эту картошку, вырастил, еще и убрал желательно, чтобы она не замерзла зимой на полях и так далее. То есть, как пишет Маркс, что в основе, Энгельс пишет, что в основе человеческой истории лежит производство, воспроизводство непосредственной жизни. Люди приходят в этот мир, развивают, берут производительные силы, которые есть, когда они приходят, новое поколение, развивают их. И передает следующим поколениям. И так создается связь в человеческой истории. Поэтому вот вы как человек, бесконечный и вечный или нет? Или конечный и смертный? Второй вариант. То есть вы не человек? Почему? Ну, потому что человек... Человек это звучит гордо, а то, что вы сказали, второй вариант у вас какой-то. Бесконечный человек. Сам себе воспроизводит. Человек, если он человек, это же не вы лично. Как человек вы вечен или не вечен? Человек, да. Как человек нет. Как нет? Человек, вот даешь. Человечество вечно. Вы же всеобщий человек, как же он не вечен? Человек как всеобщий, он вечен, соответственно, а как единичный, конечно, конечен. Вот, ну а как вы, скажите, можете узнать, что вы вечны? Ну вы что-то сделаете хорошее, и оно на века и останется. Никого не интересует, ели вы сегодня картошку или нет.
Это мало кого интересует. А вот если вы что-то такое сделали для общества, для человечества, ну, так и будет. Как про Ленина говорят, вечно живой. Это в каком смысле? Ну, в таком смысле, что он хоть его клади в мавзолей, хоть не клади, все равно его идеи, так сказать, они являются достоянием человечества. Правильно? Вот как всеобщий. Он выразил себя как всеобщий, как человек выразил. А жарила ему эту яичницу крупскую или не жарила? Это вопрос наукой. Я вот прочитал его воспоминания много, не только собрание сочинений. Он вообще ел? Ел. Чернильницы с молоком. Да, и потом съедал. И так и прожил. Вот кто хочет стать таким же великим, кушайте чай. Молоко с хлебом. Попробуй, да, напиши. Да, вот только мы с вами, только вы тут говорили, что вы человек, и это звучит гордо, и что вы вечен и бесконечен. Спросили вас, а вы, я вечен, что бесконечен, как человек. Да. А конкретно, если по фамилии, имени, отчеству, то, скорее всего, нет. Нет, вот так... и конкретный по фамилии, имени, отчеству. Тоже. Нет, даже вы, просто если тоже. Он конкретный, и он выразил себя в... Если он конкретный человек, то он человек. Деваться некуда. Да. Если и вы конкретный человек. Так, ну, вы же сами сказали, и даже если вы вид человека, вы относитесь к какому-то виду, все равно вы человек. Вот материалисты ушли дальше, чем идеалисты. Да. Вот у них вечная только душа, а у нас человек уже вечный. Да. Человек бесконечен и вечен. Но если вы отрицаете человека, говорите вид какого-то человека, ну какой-то вид может не быть. Но уже если вы конкретного человека берете, ну он уже возвращается как раз к отрицанию вида. И возвращается к всеобщему, он человек. Вот один человек, он больше олицетворяет человечество, чем, допустим, американцы. Потому что американцы – это какой-то вид людей, а у нас человек. А если кто-то не признает других людей за людей, значит, его можно не признавать за людей. На этом же основании, поскольку он есть отрицание этих людей, то он отрицание и людей. А раз он отрицание людей, так он и не человек. Я не знаю, просто отрицание. Да, да. Ну вот тут поэтому очень интересно это читать, потому что это не похоже на то, что мы читали в учении о бытии. Поэтому оно, то есть всеобщее, есть, во-первых, простое соотношение с собой самим. Что значит простое соотношение? Оно равно самому себе. Валерий Александрович, вы равны самому себе? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. То есть вы сразу намекаете, что вы не равны, а вы не можете разделиться. Я вас просил на один вопрос дать ответ, а вы сразу мне на два отвечаете. У вас есть что, две? Хитрые вопросы задавать. А у вас две головы, что ли? Нет, голова одна, но... Вот я тогда буду двумя головами тоже задавать вопросы. Постоянно этими головами думаю. Он одновременно и равен самому себе. Да. К сожалению. Вот. Да. Простое соотношение с самим собой. Почему соотношение? Потому что человек отрицает все в себе, ну, отрицательное. Поэтому он и соотносится с равенством самому себе. Как он может еще равенство самому себе? Только отрицая свое неравенство с собой. У вас есть какой-то другой способ для живого человека? Ну, человек заболел, это неравенство же человека с собой. Ну, так он борется с этой болезнью, значит, он отрицает свое отрицание. Не будете бороться с болезнью, заболеете. Ой, не хочу даже говорить, что будет. Те, кто занимается в кружке, если и болеют ковидом, то быстро выздоравливают. Ну вот зря так сказали, на следующее занятие тут очередь будет. А? Очередь будет стоять. Не знаю. Не знаю. А некоторые скажут, лучше умру, чем читать учения. Понятно. Нет, ну это они сначала потом, когда увидели, что нужно, они сказали, что мне лучше. И вы показали пример 75+, как вы преодолели легко коронавирусную инфекцию. Молодцы, Михаил Алексеевич. Так вы еще раньше преодолели, вы вообще не заболели.
Вы на дальних подступах отрицали. Ну, мне 65 плюс, не 75 плюс. 65. Дело не в количестве лет. А Ленина, он 54 года был, а он написал больше нас с вами. Ну, он раненый был неоднократно. Еще раненый был. Но если он, будучи раненым, продолжал работать, он отрицал свое отрицание? У него, между прочим, в себе было. Не все же пули удалили. Отрицал свое отрицание? Отрицал. Отрицал. То есть вот без отрицания никак вы не объясните серьезное развитие. Потому что здесь вот Гегель показывает, что вот это вот раньше переход одного к другому, это не диалектика. Это движение есть, конечно. Но тут без равенства с собой, без отрицания отрицательного, нету положительного. Всякое положительное – это всегда одновременное отрицание отрицательное. Или это конкретное равенство с собой, а это абстрактное равенство. Вот если я вам буду говорить «я» – это «я». Что я сказал? Да ничего, никто это пустое вот отождествление не считает никакой наукой. А я отрицаю все то, что, так сказать, для меня является отрицательным. Это уже другое дело совсем. Поэтому оно есть только, во-первых, простое соотношение с собой самим, оно только внутри себя. Но это тождество есть, во-вторых, внутри себя абсолютное опосредствование. То есть абсолютное опосредствование, то есть все отрицается отрицательно. Однако не нечто опосредствованное. Абсолютное опосредствование, но не нечто опосредствованное. О таком всеобщем, которое есть опосредствованное, а именно об абстрактном всеобщем, противоположному, особенному, единичному, может идти речь лишь тогда, когда мы дойдем до определенного понятия. Но и абстрактное всеобщее уже подразумевает, что для того, чтобы получить его, нужно отбросить прочие определения конкретного. Абстрактное, чтобы получить. Эти определения, как вообще детерминации, суть отрицания. Равным образом и процесс отбрасывания их есть далее некоторые отрицания. Таким образом, и в абстрактном всеобщем также имеет место отрицание. Вот это очень важное, такие положения. Можно сказать, что вот этот метод применения отрицания, он здесь себя очень хорошо проявляет. Уже ярко учение, свободно учение о понятии. Но это двойное отрицание представляет себе так, будто оно внешне абстрактному всеобщему, и будто бы и отбрасываемые дальнейшие свойства конкретного, отличное от сохраненного, составляющего содержание абстрактного всеобщего. И эта операция отбрасывания остальных и удерживания одного совершается вне его. Таким внешним по отношению к этому движению всеобщее еще не определило себя. Оно само еще есть внутри себя то абсолютное посредствование, которое именно и есть отрицание или абсолютная отрицательность. Поэтому, как понимает обыватель, абсолютно отрицательно. Все плохо. Но абсолютно отрицательно, значит, вы отрицаете все то, что является вашим отрицанием. И благодаря этому вы себя удерживаете. А кто вас удерживает? Я вас удерживаю. Валерий Александрович, вы не выпускаете тут людей. Вы отвечаете за... Всех удерживаете. Да, вы удерживаете. Или они сами себя тут удерживают. Если вы тут сидите, значит, вы все свои попытки уйти же вы отрицаете же. Я правильно понимаю? А иначе вы бы не сидели, потому что мы бы не бросились вас тут спасать, хватать, изучайте, сидите, постигайте. Идите к вершинам диалектики. Нет, конечно, это все. То есть всякое саморазвитие состоит в постоянном отрицании того, что отрицает этого человека. То есть наверх взбирается, что является ступеньками, по которым человек взбирается наверх в своем развитии. Вот это отрицание, которое позволяет ему себя сохранить. Сохранить и развить. Потому что развитие – движение низшего к высшему, простого к сложному. Вот и самое интересное, что про развитие у Гегеля очень мало написано. У Ленина написано, там, у Маркса, про Энгельса. Но все вот это у него все представлено, само это развитие постоянно. Так. Соответственно, этому первоначальному единству первое отрицательное или определение не есть, прежде всего, какой-либо предел для всеобщего. А последнее сохраняется в нем и положительно, тождественно с собой.
Категории бытия были как понятия по существу этими тождествами определения самим собой в их пределе или их инобытии. Но это тождество было лишь в себе понятием, оно тождество еще не было проявлено. Поэтому качественное определение пропадало как таковое в своем другом и имело свои истины, некоторые отличные от него самого определения. Вот это иное получалось. Напротив, всеобщее, даже когда оно влагает в себя в некоторые определения, остается в нем тем же, что оно есть. Оно есть душа того конкретного, в котором оно обитает. Ну вот это уже такое даже красиво. Душа того конкретного, в котором оно обитает. Нестесненное и равное самому себе в его многообразии и разности. Вот почему говорят человек, и это различает душа. Отличает же вот душа. Но вы же не скажете, моя душа поела селедку. Ну, от души поел селедку уже можно сказать. Это, а от души это уже отрицание. А душа поела селедку, какой-то вульгаризм такой ужасный, да? Душа не видит. Оно есть душа, всеобщая есть душа того конкретного, в котором оно обитает. То есть человек, когда я говорю, я человек, вы про себя, когда говорите, вы имеете в виду свою душу или свою эту кожу, или ногти, или когти, или нос, или глаза, или ухо. Что вы имеете в виду, когда говорю я? Вот что вот этим я хотите сказать? Что вы берете? Или наоборот, вы все отрицаете, все вот кроме вот. Вот то есть я остается, когда вы все то, что я выбрал тут, ну, прическу вашу взял, говорит, нет, это не я. Очки, это тоже не я. Вообще не я, это вообще это я не понимаю. Ну хорошо, что еще? Когти, ногти, тоже не я. Все не я. Где я? А я это всеобщее отрицание. То есть через отрицание всех своих определенностей вы себя сохраняете. И тогда тебе, и тогда остается вот то, что Гегель сказал, душа. Ну, потому что душа. Но это ничего тут идеалистического нет. Душа – это всеобщее в человеке. Ну, хорошо, да. Ну, или говорят, дух вон. Ну, все. Так, вот. Про всеобщее еще написано. Бытие лишь как это тождество отрицательного с собой, каковое тождество и есть всеобщее. Оно имеет бытие лишь как это тождество отрицательного с собой. Не такое бытие, которое было в начале учения о бытии, а как тождество отрицательного с собой. Ну вы же отрицаете всякое отрицание. Вот это и есть тождество отрицательного с собой. Вот. Постольку последнее есть также и субстанция своих определений, но так, что то, что для субстанции как таковой было чем-то случайным, есть собственное опосредствование понятия самим собой, его собственная имманентная рефлексия. Но это опосредствование, которое поднимает случайное, прежде всего, до необходимости, есть проявленное соотношение. Понятие не есть бездна бесформенной субстанции или необходимость в смысле внутреннего тождества отличных друг от друга и взаимно ограничивающих друг друга вещей или состояний, но как абсолютная отрицательность представляет собой некое формирующее и созидающее начало. Это же красиво. Формирующее и созидающее начало. Вы что созидаете сейчас? Начало. Нет, вы сейчас созидаете рукопись, там, книгу. Формирующее, созидающее начало. Это хорошо же говорится. То есть, вот здесь учение о понятии, здесь стоит раз прочитать и два прочитать, чтобы усвоить тут другой язык, не такой, как учение о бытии, учение о сущности. Учение о сущности, там все отрицательное, там все, что ты не скажи, надо брать с отрицанием. А учение о бытии все в переходе. И все вы в переходе, и все через границы, да, но это дурное множество, или количество перешли. А вот здесь вы и переходите со снятием перехода. То есть человек развивается, остается самим собой, и в то же время он все время прорастает.
Вот и подводит здесь Гегель уже вот эти выводы о соотношении общего, особенного, единичного. Нельзя говорить о всеобщем, не упомянув об определенности, 29-я страница, которая, строже говоря, есть особенность и единичность. А что такое определенность? Мы же знаем, что определенность – это отрицание. Вот. Особенность и единичность. Какая такая всеобщность? Не бывает всеобщности без особенного, без единичности. Не бывает. Ибо оно заключает ее в своей абсолютной отрицательности в себе и для себя. Таким образом, определенность не берется откуда-то извне, когда о ней говорят по поводу всеобщего. Я человек, скажет человек, скажет, а какой ты человек? И начинается определенность, правильно? Какого рода? Чьих будете? Определенность не берется откуда-то извне, когда о ней говорят по поводу всеобщего. Как отрицательность вообще, или иначе говоря, как взятое со стороны первого непосредственного отрицания, оно имеет в себе самом определенность вообще как особенность. Вот со стороны первого отрицания вы возьмете всеобщее, получите особенное. Как второе отрицание, отрицание, оно есть абсолютная определенность или единичность и конкретность. Это о чем речь? О единичности и конкретности. О чем мы говорим? О чем? О понятии. О всеобщем мы говорим. Да понятно, что о понятии, если на книжку учения о понятии. Это вы тогда здорово придумали, какой способ найти. Правильный. Но речь-то идет о чем здесь речь идет? О всеобщем, что всеобщее себя проявляет как особенность, если берется со первым отрицанием, и как единичное. Это никуда мы от всеобщего не уходим. Да и не бывает никакого всеобщего, которое было бы без особенного и без единичного. И единичного не бывает. Не бывает конкретного яблока, если нет такого сорта яблок. И если вообще нет яблок вообще, яблони не растут на земле, поэтому никакого яблока у вас не будет. То есть конкретное яблоко – это второе отрицание, может быть, только если есть какой-то вид этих самых яблок. Есть такие яблони, которые вообще растут, как яблони. И дают плоды. Поэтому всеобщее содержит в себе и особенность, и единичность. И наоборот, единичность тоже содержит в себе всеобщее обязательно и особенное. Вот это очень важно, потому что мы и в прошлом году это проходили, проходили об этом, но мы больше, так сказать, разбирали это что такое, это что такое, это что такое. А сейчас мы больше акцент сделали на том, какая взаимосвязь этих вот категорий, что это не есть категория чего-то отдельного, раздельного, какого-то, каких-то вещей, какого-то наличного бытия. Это нельзя раскладывать их рядоположенно, что вот это вот всеобщее, вот это единичное, а это вот особенное. Нет, всякое всеобщее, оно и всеобщее, и в то же время оно особенное, оно единичное. Можно сказать, что особенное, оно, конечно, всеобщее, потому что только всеобщее может быть особенным. Правильно? Но оно и единичное. Потому что не бывает же такого особенного, которое бы ни в чем себя не проявляло, как единичное. Если оно не проявляет себя как единичное, оно не особенное. Не всеобщее. Никакое. А? И нет его. Нет-то его, да. При ближайшем рассмотрении всеобщее оказывается этой тотальностью. Следующим образом. Вот. Постепенно люди, читающие науку логики, перестают бояться тоталитаризма. Почему? Потому что это всеобщее. Тотальность? Нет. Не всеобщее. Всеобщее оказывается тотальностью следующего образа. Ну так тотальность. Тотал, что такое? Тотальность, целостность. Тотал, что значит? Как переводится? Тотал с английского языка. С английского. Всеобщее. Всеобщее или целое? Целое. А тоталитаризм целостность, что ли? Ну да, когда если у вас целая чашка, это тоталитарная чашка. А когда вы ее разбили, и у вас одни осколки, тоталитаризма нет. Демократическая чашка. Демократическая чашка. Пустая чашка демократическая, полная, значит, тоталитарная. Есть еще третий вариант. Ну, тогда у вас всеобщее образование было, всеобщее, тотальное образование, тотальное, все учатся, все. А сейчас у вас? А сейчас?
Все учатся, но по-разному. В зависимости от суммы денег, которые у кого есть. Да. Есть специальные... Сейчас среднее образование. А? Сейчас среднее образование. Раньше было всеобщее, а сейчас среднее. Неправильно вы говорите, неправда ваша. Сейчас основное среднее. Да, основное. Есть основное среднее. Основное среднее – это 9 классов. У нас записано в законе. 9, а не 10, и не 11. То есть на 2 меньше, чем школа. Да. Взятое с этим первым отрицанием, оно есть особенное. Вот. Как это будет сейчас рассмотрено, но и в этой определенности оно по существу еще есть всеобщее. Вот все время Гегель пытается это нам донести, эту мысль, в разных вариантах. Поэтому получается, у него вроде много написано, но мысль тут одна. Не надо их рассматривать как разные совершенно ипостаси. Это категории, это разные ипостаси одного и того же, всеобщего, всеобщего. Или единичного хотите. Вы можете сказать, что единичное выступает и как особенное, и как всеобщего. А можете сказать, всеобщее выступает как особенное, единичное. Ну, можете взять особенное, потому что если вы взяли особенное, то оно ведь какое-нибудь единичное и какое-то всеобщее. Никуда вы не денетесь, с какого бока вы не зайдите, всеобщее, особенное, единичное – это моменты одного. И это очень важно. Потому что все вот эти разделения, это мы проходили в предыдущих книгах, разделение на нечто, иное, конечное, граница, предел, дурная бесконечность. Отдельные совершенно вещи. Ну вот, этому Гегель, можно сказать, посвятил вот такой разделчик, который называется «А, всеобщее понятие». Всеобщее понятие. Вот здесь на странице 30 говорится о роде. Определенность, как определенное понятие, повернута из внешнего обратно внутрь себя. Она есть тот собственный имманентный характер, который есть нечто существенное благодаря тому, что, будучи вобран во всеобщность и проникнут в ею, имея равный с нею объем, и будучи тождественным с ней, он вместе с тем также и пронизывает ее. Этот характер и принадлежит роду, как нераздельная с всеобщностью определенность. Он постольку не есть некий обращенный вовне предел, а положителен, так как он в силу всеобщности находится в свободном соотношении с самим собой. Вы в своим характером в ладах или не в ладах? Ну, у меня такой характер, ты со мной не шути. Что же касается другой стороны, соответственно, которой род ограничен своим определенным характером, то мы уже заметили, что этот род, как нижестоящий, находит свое разрешение в некотором более высоком всеобщем. Есть, как есть роды человеческие, и есть человечество. Так, истина же более высокая и всеобщая есть то, в котором эта направленная вовне сторона вбирается обратно, вовнутрь. То второе отрицание, в котором определенность выступает всецело только как положенность, или, иначе говоря, как свечение, видимость. Жизнь, я, дух, абсолютное понятие не суть всеобщей, только в смысле высших родов, а суть конкретные, определенности которых опять-таки не суть только виды или низшие роды, но которые конкретные в своей реальности находятся всецело только внутри себя и полны собою. Истинное, бесконечное, всеобщее, которое непосредственно внутри себя есть как особенность, так и единичность, теперь должно быть сначала рассмотрено ближе как особенность. И вот мы в следующий раз как особенность и будем его рассматривать. Особенное понятие – это тема следующего занятия. Следующее занятие у нас будет… Через 2 недели. Так. 23 марта. 23, да? Если 9 прибавить 14, некоторые знающие арифметику, ну, насчитали 23 число. Давайте аплодисменты поблагодарим за прекрасную сегодня лекцию. И внесем определенность. Никакой лекции не было, было занятие кружка. Это отрицание. Да. Спасибо. Спасибо всем товарищам. Почему он так долго рассказывает? Много вот всего так. Гегель долго
Потому что он с разных сторон, это тождественное самому себе, с разных сторон показывает. Это целое единое. Если он не покажет с разных сторон, то у вас будет односторонний взгляд. Он и туда заходит, и сюда доходит, чтобы не сделать неправильного понимания.